Всем привет, дорогие друзья, с вами Роман, канал Ruined Game, и мы начинаем новое видео прохождение в игре Гарри Поттер и Кубок Огня. Игра 2005 года, потому что она пипец, я не знаю, как настраивать здесь звук, я вообще не знаю, как здесь все настраивать, здесь настраивать только субтитры можно, как я понимаю, да? Здесь максимальное, походу, разрешение на тот момент. Вообще, разработчики даже не думали, что в нее кто-то потом будет играть. Ну, похоже на то. Здесь только загрузка, есть новая игра. Давайте начинать новую игру. Я не знаю вообще, какое-то здесь разрешение. Оно вообще очень маленькое, скорее всего. Даже не в HD. Но играть мы будем за Гарри Шпроттера. Давайте начинать. Все еще называют его домом загадок. Полвека назад один слуга обнаружил, что все три загадки... загадки мертвы. Может, нам следовало сделать его, этого мальчика без... Короче, я это читать не буду, это пипец какой-то. Сами все прочитаете. Гарри Поттер и его друзья Рон Уизли, Гермиона Грейнджер, они отправились в портки на мировой кубок по квиддичу в финал, где они увидели, как Ирландия победила Болгарию. Ну, это было все по фильму, как вы помните, если кто смотрел фильм. Ну, мне кажется, все смотрели. Тем более его по телеку сколько раз крутили. А потом пришли стражи и начали беспределить. Я, кстати, в эту игру уже играл давным-давно. Как она вышла как раз. Уюбт. Как играть-то? Это такое удобное управление. Так, камон. Давай собирать фигню эту. Давай. Так, что это за Так, отвянь. Отвянь говну, говнюк. А, пиздец, удобно. А. Я с этого управления сейчас буду просто офигевать. Я думал, в туалет, походу, приспичило, блядь. Давай, миксуем, пацаны, давай. Это, походу, все управление. Так. А. Давай, Левионс. Ну. Давай, оп. Совместное колдовство. Охереть достижение, блядь. Хотел эту игрушку купить на Стиме, посмотреть, сколько она стоит. Она на Стиме, походу, вообще не продается. Ладно. Опа! Гангин стайл. Опа, говно стайл. Ой. Ой, отстань от меня, мразь, сучка. Говнюк. Ой, ай-яй-яй-яй-яй-яй, больно. Так, давай, опа, Гангин стайл, оп. Ух ты. Прикольно, что здесь? Давай, там жаба же была. Давайте на союзника скинем, блядь. Я хочу поражать. Ты давай. Не получается что-то. Ну ладно, мне плохо получается с этим. Камон, детка, камон. Давай, так. Давай, поднимай, дура. А почему? А вон Рон Уизли только в самом низу, ясно. Ну, как я помню, что мне самое понравилось в этой игре, что здесь какой-то дракон будет. Ну, ой, блядь. Вот ты что делаешь, олень? Тащить бревно. А, сюда вот так. Здесь, короче, будет дракон, здесь полеты на драконах будут. Или это не в этой игре, но они, короче, должны быть. Как я помню. Ну, это, в принципе, не скоро. Давай. Ты что, тупой, что ли? Давай. Оп! Ну, давай, поднатужься. А они даже помочь не хотят мне.
Давай, давай, давай. Опа. Давай. Ой. А эти говнари даже не... Говноеды даже не пытаются мне помочь. Так, и чё я куда пришел? Сейчас самый экшен, да, начнется. Норм. Давай, давай, начинаем. Начинаем миксовать, начинаем. Уху-ху! Вау, 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 вау. Умри, 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 падла. Нет! Давай, давай, не попадай, не попадай во мне. Говноеды, а. О, говнюка. На. На, 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 ну. Вау, что было? Ульта, что были, как в доте? Давай, 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 давай. Миксуем. Убьем. Что это за х? Так. Ганди Оливиоса. Так, надо фигню собрать. Что, мне дальше бежать, да? Нет! Давайте, помогите же мне, ёпарасоте. Вон еще бежит. Посмотри, какой быстрый, а. Да твали ты от меня. Поркелиус, давай, давай, давай. Мне сейчас палец уже заболит. О, я придумал, как надо играть. Ой. О, тебя ж подтянуть можно. Сейчас мы тебя отправим в далекие-далекие края. Так, как тут? Вот тварь, а. Поднимай же. Вот гнида, а. Жри, жри. Так, хоп. И кому сейчас на голову? Вот нам... Тут я так и знал, блин. Это должно было случиться. Мост. Какой же ты наблюдатель, Рон? Он Кэп. Он капитанит. Он капитан. Капитанов. Он адмирал. Он адмирал капитан. Так. Ну, а где бревно-то вообще? А, вот оно. Давайте. Ну, давай, шушка. Оп. Давай, покатилась вниз, тварь. И чё? И чё дальше? О, господи. Это чё такое? Какие-то кругляшки нарисовали. Хер просышь, что там. Беги, беги, что такое? Доступен новый уровень. Блять, что так быстро-то? Нахера мне столько чар? Всякую фигню мне дают. Что такое? Ну, а что дальше-то? Что это вообще было, а? Я думал, надо сейчас что-то будет выбирать, нет? Игра сама по себе выбирала, что ли? Все по дефолту? Окей. Надеюсь, игру более-менее слышно, хотя мне пофиг, в принципе, потому что если я ее сделаю, как она была изначально, то она просто орать будет дико. И я даже сам себя не слышать не буду в моей комнате. Так что вот. Вот, одноглазный пришел. Сейчас он будет тут повелевать. Вот, вот, вот. По-моему, здесь, да? Что здесь? Выбрал локации. Так. А, вот так что? Ну, а как? В смысле, понять не могу. А, это вот только эти локации есть, да? Они все закрыты, вы что, издеваетесь? Да. О, урок первый. Вот на старом компьютере я вот играл и радовался, в принципе, потому что, блин, другая игра мне никакая не шла. Давай, блин. О. Логовная херота. Так. Как
нее я вообще играл? Что-то, походу, там надо было что-то выбрать. Ну ладно, хер с ним. Как я в нее еще играл, это жесть просто. А мне она нравилась еще тогда. Все друзья тогда в GTA играли, а я в эту парашу, как я тогда не понимал. Хотя она, в принципе, интересна. Как я помню. Мне вот чисто я запомнил дракона, которого нереально там пройти. Эй, блин. У нее такое лицо, эй, блин. Кто это? Это... Кто это сделал? Какие-то, блин, кашки там выпадывают, а я собираю. Так, давай еще раз. Оп! По-моему, я в Гермиону это шмальнул. А не, не в Гермиону. Хотя и в нее тоже можно. Говноеба. Ну что, мне ног там еще надо собирать? А если ему хоть бы хер. Рон вообще не парится, он ходит-то как овощ. Видите, все бегают, этот... что? Что со мной? Оп. И что, мне так долго, да? Чуть не хер. Что дальше-то? Месье? Месье? Что, мне так долго еще собирать-то их, не? Игра, а? Может, там надо как-то... Вот так, может, надо? Ну-н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 у. Микс, микс. Everybody dance. No. Ух, даже что-то выпадывает. Тын-тын-тын-тын-тын-тын. Дран-дан-дан. Ну чё, хер, давай быстрей. Господи, чё он долго так, не? Надо было слушать задание всё-таки. Так, вот. Может, там надо что-то выбить? Или вообще отсюда уйти надо? Я хз, если честно. Какой-то крукада, блин. Крукада нарисовал. О. Не помню, надо вспомнить, блин. Я помню, проходил же этот квест. Так он какой-то... Я помню, что он тугой. Всё? Давай, давай, родная. Чё, и чё? Сюда встать? Хари Кришна. Чё быстрее-то надо делать? Чё быстрее? Я ж всё собрал, мне уж палец болит так кликать. Чё там? Конец уровня. А, не, не, нет. Опция. Автозапись. Ну, сейчас еще автозапись есть. Может, когда-нибудь еще появится выбор. Так. Выбор размера игры и выбор звуков. Что уж. Я не знаю, может, этому как-то что. Что тебе надо? Мужик, что тебе надо? Я все отдам. Ну чё, ты скажи, я ж тебе дам. А, что-то здесь, походу. И чё это такое? А, дальше. Ясно. Вот я тугой, а. Чин-чин-чин. Давай, 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 давай. Ой, что делал? Что такое? Что она визжит-то? Оп. У-у-у.
Что вы делаете? Нам туда надо идти-то, дебилы. Ну дебилы, а, вообще жесть. Нам туда надо идти, олени. Олени потроха, давайте быстрее. Оп, оп. О, еще один вылез, говнарь. Давай. Убьем его тоже. Ты, у вас еще много там, нет? Да блин, убейся. Сейчас еще один вылезет. Ну ага, они тут долго будут вылезать, нет? Ой, блин. Давай, левионцы. Да и сделай ты. Е-е-е. Ну бля. Повыше и упал. Чтоб вы сдохли там. Оп! Блин, вот я снайпер, а. Раньше-то попадал. Давай! Он сам на себя ее кинул, ну, придурок. Уп! Убил, не? Ага, убил, супер. Дальше идти? Да, дальше. Попробую вызвать заклинание... А, вызов наград. Что это такое? Награды. Какие-то награды. Писали бы там, не знаю. А, ясно. Такую фигню собираем. Бегаем. Что такое? Оп. Оп. Книга заклинаний. Так, доступен новый уровень. Да, мы что-то сделали, да? Новичок у нас. Это на паузе только читать можно, реально. Это ужас. Ну уже. И нихера, да? Супер. Ну, короче, сейчас они должны туда засунуть свои имена. Там, по-моему, что-то от 17 лет. Да? А, они уже засунули, да, ясно. Флёр Делакур, и, наконец, Седрик Диггори. И Поттер. И Поттер. Шпроттер. О, дальше, супер. Блин, урок второй. Давайте урок второй начинать. Что же делать-то? Поттером давай. Не подведи, пацан. Тихо, тихо. Что такое? Ладно. Так уж и быть. О, одноглазый. Нам урок давай будет. Так, что у нас здесь такое? Опять я в этой комнате сраный. Поначалу, конечно, все скучно довольно-таки, да и... Ну, вроде она веселенькая под конец будет. Что куча заклинаний у нас будет доступна. Ух ты. Вот это уже более нормально такое выглядит. Оп. Струя такая. Ссать хочет. Точнее, как будто он сыт.
Реально. Ну давай, давай. Так. На какую клавишу? На С. Давай, струйкой, струйкой. Тушим, тушим, тушим вместе. А в смысле, стоп. О, прикольно. Интересно, кинцо. Ой, блядь. Ты ёб... Я сюда еще вылезти, что ли? О, все. Отлично. Да, и дальше идем. Что это за фигня? Так, давай. Обрызгать? Я уже думал, обрыгать саламандру надо. Так. Давайте. Давайте обрыгаем саламандру водой. Дин-дин-дин-дин-дин-дин. Обрыгайся! Давай, оп. Давай, родной, давай. Ну же, давай. Еее, да, детка. Обрыгаем еще одну саламандру. Ну, супер. У меня уже 132. Непонятно чего. 132 баба, наверное, или что это такое? Что дальше? Саламандру, походу, еще одну не убили? Или что? Или всех убили? А, вот еще какая-то фигня есть. И? Что дальше? Что дальше? Что дальше? Что дальше? Можешь сюда? А, вот сюда может, наверное, надо. Нет, сюда. О, мы на улице. Офигенно. Так, нам вот туда вот подсказывают идти. Ой, чё это за... Потушись ты! А, я вспомнил. Короче, не надо туда подходить к ней. Особо сильно, да. Надо её пробегать наоборот. Сломайся. Надо в первую очередь огонь тушить. Туши огонь, дура! Да блин, надо огонь затушить по-быстрому. Как я помню. А не, огонь не надо было тушить, надо только саламандру было убить. Давай, 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 давай. Ой, блядь! Так похуй. А здесь надо центральный огонь точно, я помню, заливать. Чем быстрее это сделаю. Давай, давай, давай! Фак, фак! Гермиона! Давай, давай, тащи, тащи мясо, блин! Какой-то гемор вообще. Меня сейчас так убьют. Не дай бог. Хотя не должны. Надо огонь тушить, дура! Вот это тушите, дауны! Из него ж вылезают. О, все, затушили. Ну, все, тогда победа. Ну, вот здоровье хоть подхили. О, еще. Так, как тут? О, заливаем огоньком. Водой. Так, Гермиона может сейчас сдохнуть, 24 хелсы. В принципе, плохо. Давай. Потянем, потянем, потянем. Дэн-д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 эн
Блин. Фак. Давай. О, супер, сработало. Стухни, жопа. Эцю. Даже тогда они уже знали Эцю. Эцю. Ну или Эцю, в принципе, пофиг. Так, давай. Ой, блин, а здесь их целых две! Да ну нафиг, я не полезу. Это страшно. Туши, туши, дурак! Ну олень! 0 хп, супер. Ух ты! Как хорошо я. И хорошо, мне сразу хп это отняло. Вообще заебись. Опять я сдох, блин. И на этой херне, что самое главное, я помираю. Вы посмотрите только. Ну сейчас я опять хп потеряю, придурок. Заебись, блин. Давай. Затушись, блин. Давай. Надо подтушить их. Когда затушим огонь, то будет все зашибок. Убей меня, пожалуйста. Ну, убей. Нет, в меня может могут убить, блин. Жаль. Есть, да, все, сейчас фул хп пойду. Вы, блин, молодец просто. Взял на меня камень, кинул. Олень. Что это такое? Какой-то кристалл нашли. Доступны новые. Чё ж так быстро-то? Аква Эрукто. Эрукто. Аква Эрукто. Так. Трюк. Филятус. Филятус. Трюк блядус. Инфилятус, блядус. Так. Ладно, давайте на этом заканчивать. Если вам понравилась серия, первая серия, поставьте мне лайк. Это, кстати, будет продолжением тех серий, которые вы помните. Были Дарк Смерти, часть первая. Там я проходил Дарк Смерти, часть вторая. Вот, это вот будет продолжение вот этих серий. Потом, наверное, пройду все остальные серии, смотря как пойдут они. Просмотром. Да и так, наверное, я пройду, смотря как они, насколько они будут интересными. Поскольку такие вот игры, которые старые, они немножко уже, ну, скажем честно, они потеряли свой вид. Потому что сейчас куча игр вышло новых, которые нормальные, с нормальной графикой, да. Вот после этого, например, не знаю, какой-нибудь. Ну, допустим, какой-нибудь, не знаю. Даунгард, да, будет нормально уже выглядеть по сравнению с этой игрой. Так что вот. Или... И на этом у меня все. Всем удачи. Если вам понравилась первая серия, поставьте лайк. Подпишитесь, если вы здесь новенький. Оставьте комментарий, что вы о ней думаете. И на этом у меня все. Всем удачи, всем пока, до новых встреч.